что наши уважаемые спортсмены провели мастер-класс с юными дзюдоистами. А сейчас мы им предлагаем и просим их принять участие в финальной части дзюдо-шоу «Каскаду 25». Я маленькую историческую справку расскажу. Дзюдо-шоу «Каскаду 25» стартовало 5 февраля 2015 года. Было несколько этапов. Спортсмены соревновались, наши, это уважаемые родители детей, которые, не только родители, но и дедушки, которые соревновались и шли к финальной части. Это их дети, внуки занимаются в нашем клубе, и они решили тоже начать заниматься дзюдо. И вечером после работы приходят и изучают технику дзюдо. И вот финальная часть «Каскаду 25». Были соревнования по дзюдо-плаванию, то есть они плавали. Вы можете потом, кому будет интересно, посмотреть на мониторе, там есть маленький 3-минутный ролик этого дзюдо-шоу. Они соревновались в борьбе, они соревновались в интеллект дзюдо-шоу, в физической подготовке, в технической подготовке, в технике укеми. И вот сейчас победителя дзюдо-шоу определят наши чемпионы. У каждого из них будет возможность встретиться с чемпионом в течение 1 минуты. После будут меняться спортсмены, и наши уважаемые гости определят, кто же наиболее подготовлен, кто лучше чувствует технику дзюдо. Мы сейчас не будем смотреть на результат борьбы, результат бросков, встреч и так далее. То есть мы сейчас не хотим, мы знаем, это прославленные спортсмены, это начинающие дзюдоисты. Но, знаете, как в нашем мультике, мы принимаем бой. Вот, поэтому они определят сами по своим ощущениям, по своему опыту, кто из них лучший и кто достоин кубка, который стоит здесь, и кто будет победителем дзюдо-шоу. Рэй, начнем, Михаил, с вас, сюда, пожалуйста, Владислав, тебе, пожалуйста. Боря, Борь! Так, какой опыт, я прошу просто кого-нибудь, кто мне поможет, у меня нет под рукой секундомера. Включите секундомер, 1 минута для того, чтобы Влад, привет! Попробовал доказать призеру чемпионата мира, победителю гранд-шлема в Париже Михаилу Гуляеву, что он знает дзюдо, что он любит дзюдо, и он достоин быть лучшим в дзюдо-шоу. Есть кто? Включил секундомер? Есть. Главный судья наших соревнований. Хаджиме. Thank you.
Николай. Михаил Гуляев, Николай Гроза. Вот, ребята, я пока не... Чувак!
заключительная. Кирилл Вопросов и Василий Горшков. Уважаемые друзья, итак, значит, что я хочу вам сказать. У нас есть такая... Значит, я, во-первых, хочу поблагодарить наших спортсменов за то, что они продемонстрировали действительно технику. Они показали, что можно, да, и красиво бороться, и, пожалуйста, безопасно, то есть уровень мастерства очень высокий, который позволяет избежать травм. Поэтому я и благодарю наши им аплодисменты за красивую яркую борьбу. И самое главное, вы можете посмотреть, как прекрасно работает техника дзюдо, да, во время борьбы. Но я хотел бы также вас попросить поприветствовать взрослых людей. Я уже говорил, да, от 30 до 55 лет, которые приходят в зал по вечерам после работы, занимаются дзюдо, которые сдают на пояс экзамены, которые изучают технику дзюдо и которые сильные, уверенные в себе люди, потому что при таком количестве людей с мастерами высокого класса выйти на поединок и не побояться выглядеть смешно, это могут быть только сильные люди. Наши вам аплодисменты. Михаил, я вам, да, это Кирилл, а это вам, да, то есть это вот, значит, таким вот образом разделились, ну не разделились, а определились, точнее, наши чемпионы, ребята вот определили, кому из них было бороться не сложно, а которые почувствовали понимание дзюдо, желание дзюдо и дух дзюдо. Победителем каскад дзюдо-шоу «Каскаду 25» определен Пелевец Влад. И давай, здесь Владислав. И Кирилл Вопросов сказал, что вот эта изюминка дзюдо, он говорит, вы знаете, я сам немножко даже ошарашен, да, что самый взрослый, казалось бы, самый уже возрастной спортсмен и так чувствует дзюдо Сергей Горшков. Сергею Валентиновичу Горшкову в этом году исполняется 55. Нет. Значит, Сергей Валентинович, часы чемпионов, да, значит, вместе с чемпионами вам, значит, поздравляет вас депутат Государственной Думы Российской Федерации Максим Андреевич Шенгаркин.
слово. Друзья, старший руководитель не даст соврать. Мы уже 20 лет вместе с клубом. И я поздравляю сегодня не только от себя, но в первую очередь от бронзового чемпиона Олимпийских игр в Афинах Дмитрия Носова. И признание дзюдо как олимпийского вида спорта позволило очень многим людям и нашим гостям стать спортсменами мирового класса. И каждый день вашего труда – это будущие спортсмены. Юра, я хочу поблагодарить клуб «Каскад» за то, что вашим трудом создается будущая сила нашей страны. Спасибо. Значит, уважаемые гости, мы еще не прощаемся с Кириллом и Михаилом, они примут участие в торжественном открытии. Вот. А сейчас мы давайте еще раз их поблагодарим. Спасибо, ребята. И Михаил, Кирилл, пожалуйста, ребята, просим с вами сфотографироваться вот с дзюдо-шоу, кто участник дзюдо-шоу. Представителей и судей прошу собраться у стола главного секретаря для определения регламента соревнований по дзюдо. У стола главного секретаря. Меня тут били на свой стол, я помню. Серёжа, куда идёшь?